3 июля представители ГИБДД отмечают профессиональный праздник. Именно в этот день, в 1936 году, была образована Государственная автомобильная инспекция МВД СССР. В Люберцах чествовали сотрудников, которые отличились в службе, и ветеранов, посвятивших всю свою жизнь этой нелегкой профессии. Их обязанность – обеспечивать порядок и безопасность на дорогах в любое время суток и при любых обстоятельствах. И даже профессиональный праздник – не исключение. Ранним утром сотрудники ГИБДД собрались в актовом зале, чтобы принять поздравления и приступить к работе. Мы с вами работаем в нелегкие времена уже так, в течение определенного времени. Пожелать всем здоровья, семейного благополучия, ну и, конечно, мирного неба над головой. И всем сказать большое спасибо за тот вклад, за ту работу, которую мы с вами сейчас сделаем на благо населения. В службе, лично каждому сотруднику, только развитие, только благополучие, чтобы действительно мирное небо над головой было, и солнце, как сегодня, светило всегда, чтобы все получалось. Поэтому вам огромное спасибо за вашу работу. Глава городского округа Люберцы передал начальнику госавтоинспекции 2 сертификата на квартиры. Они будут вручены сотрудникам, которые нуждаются в жилых помещениях. Ряд представителей отдела ГИБДД отметили почетными грамотами и знаками отличия. В органах внутренних дел я работаю с 2004 года. А конкретно в Люберецком ГИБДД с 2007 года. Мы, значит, с помощником заступаем на сутки в дежурную часть, принимаем обращения, заявления граждан, сообщения о ДТП. В наши обязанности входит немедленно реагировать на сообщения о преступлениях, правонарушениях, то, что мы и делаем, и помогать людям. Люберецкая госавтоинспекция обслуживает территории 5 городских округов. На страже безопасности стоят более 140 сотрудников. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.